Джентльмены, до сих пор вас готовили в Эксетере для выполнения особого задания. Это задание, видимо, как-то связано с захватом мостов. То, что я вам скажу, сверхсекретные сведения. Если кто-то из вас скажет слово «мост» за пределами этой комнаты, я его услышу, в два счета пойдете под суд. Вторжение в Европу начнется сразу в 5 основных районах побережья Франции. Части 2-й британской армии ударят по районам Золотой и Меч, а 3-я канадская пехотная дивизия займет Джуна. С востока янки займут районы Юта и Омаха. Теперь весь восточный фланг группировки будет уязвим для контрнаступления немцев из района Кале. Если немцы прорвутся, их танки могут выйти напрямую на берег Меч, вплоть до Юты, угрожая всему плацдарму. Наша задача вместе с 6-й воздушной дивизией любой ценой защищать их с тыла, захватив все ключевые мосты по этой оси. Цель группы D – этот мост через Каннский канал. Под прикрытием темноты планер сбросит нас в поле у моста. Оттуда мы предпримем быструю атаку на немецкий ДОТ и не дадим немцам взорвать мост. Как минимум один Брен будет поддерживать нас огнем, пока мы будем заходить с флангов. Захватив мост, мы должны будем удерживать его, пока нас не сменят, и это может продлиться несколько часов. В это время может получиться так, что нам придется использовать против немцев их собственное оружие. Так что я вам предлагаю познакомиться с трофейными экземплярами, которые есть у нас на базе. Удачи, Бог в помощь! Вольно! Я не вижу Буа-ди-Бавона. Ради всего святого, Джек. Это самый большой лес в Нормандии. Внимательно! Я и так внимателен. Его здесь нет. Может, они его вырубили? По моим расчетам, мы на верном пути. Крен на 2 градуса к северу. 5, 4, 3, 2, 1. Бинго! 2 градуса направо по курсу. Все в порядке. Пристегнуться перед посадкой. Река! Сбросить парашют! Чертовски жесткая посадка, а? Все в порядке, Вилс! Да, я в норме. Порядок. Выполняем приказ. Давай, вперед, давай, вперед! Давай, ну! Сержант Эванс, рад, что ты все еще с нами. Нам везет. Немцы не отреагировали на наше блестящее приземление. Найди подходящее место для уничтожения их бункера. Мы тебя прикроем.
Найдите рядового Милса и заберите его с собой! Надо избавиться от этой проклятой штуковины! Лежать! Не проблема! Это сработает! За мной! Это надо сделать, сержант! Попробуй еще!